На старт! Внимание! В преддверии Дня России в Смоленской области состоялся всероссийский турнир по спортивному лазертагу. 24 команды, более 120 спортсменов из России, Беларуси и Латвии встретились на игровом поле, чтобы выяснить, кому в этом году достанутся кубки победителей. 5 красных, 1 синяя. Соревнования проходили в трех возрастных группах. Спортсмены 11-16 лет, 17-20 и 21 год и старше. Даже самые маленькие участники турнира показали высокий уровень подготовки и мастерское владение оборудованием. На спортивной площадке не было места для хаотичной стрельбы и спонтанных маневров. Тактика и техника игры многих команд поразила не только зрителей и спортсменов, но и судейскую бригаду. Налицо постоянные тренировки и серьезный, ответственный подход к игровому процессу. В соревнованиях также приняли участие юнармейцы из разных уголков России. Смоленск на турнире по спортивному лазертагу представляла команда «Штурм». Все спортсмены выложились на максимум и показали все знания и умения на практике. Проигравшие получили бесценный урок, а победители – заслуженные медали и кубки. Всероссийский турнир, который по праву можно назвать международным, показал, что лазертаг как спорт развивается в России и вызывает неподдельный интерес у мирового лазертаг-сообщества.